Привет, меня зовут Крис, и сегодня я покажу тебе, как сделать макияж без макияжа в школу. А еще мы покажем несколько акцентов на глаза и на губы, чтобы немного разнообразить наш образ. Пошли! Нюдовый макияж. Как всегда, первым шагом хорошо очисть и увлажни кожу. Помни, что это основа хорошего макияжа. Я использую базу с эффектом сияния кожи. Аккуратно распредели ее по всему лицу. Затем выровняй кожу лица с помощью легкого тонального крема. Я использую кушен от Lancome. Если твоя кожа в хорошем состоянии и не требует тона, то этот шаг можно пропустить и сразу перейти к следующему. С помощью консилера избавься от усталости под глазами. Дальше все аккуратно припудри легкой минеральной пудрой. Затем бронзером выдели скулы. Не забудь все активно растушевать. Остатками пройдись по всему овалу лица. Маленькой кисточкой сделай носик стройнее. Ну и какой макияж без сияющей кожи? Используй хайлайтер. Мой любимый – Мэри Лу. Поставь блики на всех выступающих частях лица. Вот и сияние. В завершение используй румяна в форме кушона. Они ложатся очень натурально, придают свежесть и здоровый вид нашему лицу. Готово! Для разнообразия можешь сделать эффект зацелованных губ, который, кстати, сейчас в тренде. Так ты сможешь использовать помаду и не выглядеть слишком ярко. Наоборот, это придаст тебе нежности и романтичности в образ. Наш образ готов. Последний образ будет также сияющий, ведь блестки сейчас в моде. Сначала используй сияющую подводку и нарисуй тонкую полоску по центру нижней губы. Все очень аккуратно поправь и переходи к глазам. Этой же подводкой выдели внутренний уголок глаза. Аккуратно все растушуй. Все, посмотри, теперь ты выглядишь клево. Надеюсь, тебе все понравилось и ты найдешь что-то именно для себя. Подписывайся на наш канал, ставь пальцы вверх. До новых встреч. Пока!